Сегодня, 28 сентября, исполняется 125 лет со дня рождения казахского писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова. В честь этого события в Павлодаре состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абая с участием делегации поэтов и писателей республики. Представители творческой интеллигенции после этого отправились в соседний регион, область Абай. По всему Казахстану к 125-летию Ауэзова проводится множество мероприятий в разном формате. Основное мероприятие вот как раз ближе к концу года в Джидебае проводится. И с Павлодарской области от филиала Союза писателей тоже мы несколько поэтов-писателей как делегаты там будем присутствовать.